Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе. Сегодня у нас очень темная погода, поэтому извиняйте, если будет что-то с хромакеем не так. Ну, короче, сегодня мы продолжаем играть в Angry Birds Star Wars 2, и у нас следующий эпизод называется «Месть ветчины». Выбираем птичью сторону и поехали. Так, это Джанусис. Эпизод по-прежнему относится ко второму эпизоду. Блин, вот у меня вчера столько идей для видео было. Сколько всего записать-то можно? Сейчас что-то позабыл все, что можно записать. Вспомним, может, потом. Так. Ладно, ясно. Погнали дальше. Так, давайте перерубим камушки вот эти. Да, вот это была хорошая идея. Блин, а я ж теперь не попаду туда. Да, ну давайте попробуем еще раз сделать ко мне обрез. Так, в этот раз что-то не так хорошо получилось, ну. Так, ладно, придется что-то пробовать другое. Не знаю я, как попасть вот в эти хрени. Стрелять даже не из кого стрелять. Ну ладно, давайте это попробуем. Больше брать нечего. О, взрывные хрени. В этих ящиках бомбочки, короче, три. О, вот динамит этот поймайте. Вот, вот эти штучки вылетают, короче, и взрываются. Сейчас будет взрыв. Жалко, только это никак не навредило тому свину, который там. Вот эти свины, это, по-моему, боевые дроиды, только супер боевые дроиды. Ох, нифига себе. Я про него забыл. Дождь из фигнюшек, офигеть просто. Вау,
Это я не думал, что этот удар такой мощный будет. Там что? А, там гроза еще что-то какая-то. Джангов это убивают, и за нами какой-то вот этот усатый, я в фильме его не помню, если честно, чтобы он был там, чтобы что-то такое было. А как я сразу этих-то? Давайте лучше вот так сделаем. О! Правильно сделал. Лазер это реально интересная штука. Так, осталось как-то вот этого вот. Блин. Да блин, я его разве мечом не задел? Хотел его убить, так что давайте попробуем еще раз. Вау, вот это... Не ожидал я что-то такое. Три монетки торчат. О, подарочек, отлично, давайте его возьмем. Чё там у нас? Ага, даже стрелок есть, хорошо. Хотя он не появляется во втором эпизоде, вроде бы. Но, во всяком случае, на Джанусе. Опа, он в первом появляется эпизоде. Так, ну и того осталось еще. Вот так вот. Их жалко, жалко, бомбы не вылетели. Ну ладно, прошли все равно. Что это за вот этот танк, непонятно. Такое чувство, что мы ближе и ближе к нему становимся. Подбитая вот эта хрень. Так, вот надо бы в тех попасть. А, отлично. Вмятина какая-то. О, нифига себе, кто это, кто такие вообще? Кит Фисто. Самый, наверное, позитивный джедай. Вот эти, вот это кто такие? По-моему, они были в втором эпизоде. Ну, должны быть, раз они тут есть. Но я что-то, но я не помню, что это.
И вот эти остались еще. Надо их отбросить. Ну да, отлично. Все сделали. О, как у него быстро все набирается. Ему не зря же тут веревка же не просто так, наверное, стоит. Может, она здание тянет. О, сейчас что-то будет. А, вот за что держится. Ну как сказать, не очень-то сильно это помогло. Хотя сейчас камушек упадет, и тогда, блин, из-за птицы, если бы не птица, она бы удержалась. Попробуем еще раз. Пусть, во-во, пусть потянет. Взрыв. Эти живы, к сожалению, остались, так что давайте забудем. Так, ну и этого мы 100% убьем. Ох, нифига. С бластерами прям туда. Хороший удар. За него как-то легко, что ли, играть. Да нифига себе, это что за рикошет вообще сейчас был? Так это хрень была сейчас, на самом деле. За гвоздя, что ли? Да какого фига? Ну что это? Ну-ка, от чего это, я не понимаю? Ладно, берем. Это, конечно, к ним поэкономнее относиться нам. На главу управляй своей судьбой, еще бы надо что-то оставить. Ну хотя, может, мы взломаем его потом, если не хватит. Наверное, мы ее напоследок оставим. Вау, нифига.
Да, вот когда лазером отражаются ластерные патроны, так сразу обязательно какого-нибудь свина не отражаются. Так оно и работает все. Так, вот если два патрона, то один в того, а другой в того. Надо бы сделать так, чтобы так и было. Во! Во! Вот так я и хотел. Вот так я прям и хотел, собственно говоря. Какая погода сегодня ужасная. И камушек обрываем этот нафиг. Ох, ё-моё. Может, надо как-то сделать так, чтобы оно вон туда же летело. Ну, не совсем что-то. Надо вот как-то сделать, чтобы оно взлетело туда. Что-то не очень-то получается. О, хорошо. Ну и все. Осталось два уровня. Прям кинули. А, это три даже динамита. О, как сразу этих. А, ну можно. Открыта свинская сторона. Не-не-не, мы еще свинскую не закончили. Ой, птичью. Блин, вот немного тяжеловато будет. Хотя, если этот сдохнет, да не успел. Ну-ка. Да ё-моё, я так надеялся, что динамичный попадет. И запасных нам не дают на этом уровне.
блин, чё вот это вот фигня не берёшь. Во, нормас. Это птичья сторона пройдена, и второй эпизод, по сути, тоже пройден. Всего за 20 минут. Ну, 21. Дуку сбежал все равно. Так, поехали, свинская сторона. Энакин убил графа Дуку, короче. И это первый и единственный эпизод, который относится к третьему эпизоду фильма. Так, это генерал Гривус. Место действия... Мустафар. Система, ну планета, в общем. Где кругом лава, от которой деревяшки горят. А, у него очки быстро набираются. Так, вот эти вот, вот этот ящик было бы неплохо перевернуть. Когда будет взрыв. Ой, этот тоже сейчас взорвется. Хорошо. Во! Вот это прям отлично было. Так, 200 кредитов дают нам. Так, есть даже камушки вот такие. Блин, я так надеялся, что рикошет нормальный будет, но нет. От этих штук деревяшки тоже загореться могут, и у нас не очень-то это получилось, так что давайте еще раз. Давай, 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 давай. Динамит. Ну, а, я уже думал, кто-то остался. Надо приземлиться вот на вот эту вот сверху и пробить вот эти. Да, приземлиться не получилось, но может деревяшка упадет на нее сейчас. Во. Нормально.
нижнюю лучше просто прыгнуть. Во, так надо тоже. Во, сейчас она упадет. А, не, не упадет. Нифига не упадет. Погода просто до него. Энакин, в общем, предает орден джедаев, становится ситхом, убивает Мейса Винду и... Ну, если вы смотрели третий эпизод, то вы наверняка уже в курсе. Да. Как это происходит? Так, еще один подарок. Дайте-ка угадаю, опять 4 Дарта Вейдера сейчас будет. Нет, не угадал. Фу, что у нас тут? Так, а вот как мне до туда долететь, скажите, пожалуйста. Я же до туда не фиг долечу вообще. Если только вот так попробовать. Да не долетит она нифига до туда. Короче, надо как-то... Надо, наверное, чтобы вот это подожглась, и вот это все разгорелось, короче. Я только такой выход вижу. Надо разорвать мост. Опа. А почему прям ко мне все прилетело? Почему не в свина? Камера где? Опять получилось не то, что я хотел, блин. Только может вот это вытолкнуть? Во-во-во, падай и загорайся, нафиг. Гори, 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 гори. Все, во, сейчас будет гореть все. Просто все взяло и испарилось нафиг. И бумс. Раскаленные камушки бросаем туда, пусть это все загорается. Еще раз это делаем. И не долетит, я думаю, далеко, но все равно хоть что-то будет. Еще есть вот эти. Может, они хоть долетят? Не, далеко не долетят. Ладно, еще раз попробуем. О, может этот до туда долетит? Нет, до туда не долетит. Может вот так? Да блин, они на цепи. А, ну может долетит.
Да лети, лети, сейчас все загорится. Люблю, когда горит все. Ой, кошмар, как темно. Я просто офигел. Восьмой уровень, поехали. Не очень получилось из-за этого куска говна, блин, который торчал. Блин, вот было бы неплохо, вот если бы вот эти штуки все загорелись. Камушки бы эти все загорелись. А, вот, сейчас они попадут. Ну, вот эта часть загорелась, а вот это еще. Ну, сейчас мы это исправим. И не загорелось, но мы прошли. Сейчас, и все камушки, короче, в лаву падают туда. Природы нет плохой погоды. Это вранье очень огорчает меня. Палпатин отдает клонам приказ 66. Кяндимунди и Плокуна там позже убивают вот этих двоих. Так, мы играем за клонов, которые почему-то красноватые немного. Такие, не такие, как в этих комиксах. А приказ 66 это убить всех джедаев. Всех джедаев. Так, поджигаем это все нафиг. Не уверен, что эта фигня подожжется. Но мы попробуем проломить. Да, к сожалению, это ничего не дало. Вот. Вот мы, собственно, и сделали это.
О, давай, давай, загорись все нафиг. Сейчас будет красота. Взрываются сразу же, но я думаю, вы понимаете почему. Осталось 3 уровня. Вау, нифига. Как-то вот так надо встать, чтобы вот эта фигня загорелась. Соседние тоже. Опа, Дарт Вейдер. Золотой. И второй. Поджечь. Да. Не, она не отлетит, увы, туда, куда мы хотим. Может, стеклышки отлетят или лед, это я не знаю, что это. Давайте еще раз. Попробуем. О, может вот так? Горючие отлетят туда. А, нет. А, не-не-не, загорелось. Загорелось. Я уже думал, не загорится. Блин, соседи не загорелись. Ну и ладно. Сейчас эти загорятся. Так, а вот это не загорелось. Что сейчас мы... Взломаем ее. Лава внизу, ее, правда, нифига не видно. Ну, раз ничего под нами нет, значит, там лава 100%. Потому что ничего другого быть не может. Так, 2 уровня осталось. Причем довольно-таки быстро, что-то мы сегодня проходим. Не знаю, как до туда можно долететь от него. Так, я надеюсь, он сдохнет сейчас. Ну да. И последний уровень. Пытался, думал, он один остался. Да, не очень что-то это нам помогло. Бомба отскочила.
Как же он не взорвался-то? Он опять не сдох. Это я типа из-за того, что я мимо, что ли? Могло бы от него отлететь, конечно, но не получилось. Только может туда стрелять? Давай. О, неплохо сейчас сделать. О, неплохо получилось. О, и все. Отлично, неплохо, сегодня всего за 43 минуты прошли. Как мы знаем, в битве с Оби-Ваном он, Энакин, подгорел и стал Дартом Вейдером, короче, таким. Так, на этом третий эпизод заканчивается. Ну и, собственно, основные события этой игры тоже. В следующий раз будем проходить мятежники, а потом, наверное, призовую главу, а потом управляй своей судьбой. Ну что ж, на сегодня все. С вас Стрик Писоза, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал на ВКонтакте. И всем пока.